Какие у тебя эмоции, впечатления прошедшие? Ну что сказать, приятные ощущения, приятно побеждать всегда. А хочется, конечно, и побольше побеждать. Игры были довольно интересные, было даже не просто победить. Я думал, честно говоря, будет как-то попроще, но соперник оказался сильнее, чем я думал. И делали они неплохие вещи. Но по итогу мы оказались сильнее, хотя в первой игре мы, я думал, даже могли проиграть. То есть мы допустили ряд ошибок, довольно критических даже, как мне показалось, со стороны, но смогли отдефить и как-то перевернули в тот момент игру. Там было довольно прохладно в этой кабинке. То есть кондиционер работали, еще что-то, и было довольно непросто играть, нужно было привыкнуть, там мерзли руки, еще что-то. Вот Айрат, например, жаловался, что ему нереально холодно было, ну и это заметно было. Во второй игре, как мне показалось, мы уже смогли увереннее сыграть, плюс мы как-то адаптировались немного там, к наушникам, к тому, как располагаемся и все такое. И смогли уже показать, ну, на мой взгляд, более качественную игру. То есть, а так вот, игры были довольно интересны. Кто-то особенно отличился у вас в команде? Или все показывали хорошие игры? Я думаю, мы все внесли свой вклад. Конечно, ну, каждый может думать по-своему. То есть и со стороны, ну, зрителям может тоже казаться по-другому, но я думаю, каждый внес свой вклад, и это свои 20%, так скажем. Отлично. А, ну еще у нас менеджер, он тоже внес неоценимый вклад. Ой, это Ярик, это наш капитан. Кто для вас более удобный соперник в финале и с кем бы хотелось играть? Честно говоря, не знаю. Обе команды довольно смотрятся неплохо. То есть Пента, мы с ними играли, и мы хоть и выигрывали, но сейчас, я думаю, они показывают более качественную игру. А Optic Gaming, я думаю, ну, объективно эта команда сильнее, но на деле даже не знаю. Я никогда не следил за их игрой, не знаю, что они из себя представляют. То есть непонятно, чем они там играют, как играют. Даже вот сейчас игры особо не смотрел. Будем, конечно, готовиться, ну, к победителю уже, само собой. И если что, к Optic Gaming мы тоже подготовимся, как сможем. А так я даже не знаю, кто из них более удобный соперник. Возможно, Пента. С ними мы хоть немного играли и примерно там знаем, кто чем играет. Как-то так. Спасибо нашим фанатам, спасибо, что за нас болеете. И продолжайте верить в нас, и мы будем радовать вас нашими победами.